Снова продолжаем приключения Стобарда, дорогие дамы и господа, с вами Денис Кочерга. Мы выбросили манускрипт, вот, и нам остается, значит, сделать так, чтобы выйти благополучно с гостиницы, как говорится. Так что, кто не видел предыдущие видео, заходите потом в плейлисты. Не забывайте заходить в плейлисты, там есть много чего интересного на нашем канале Казуку Фэмили. Так что погнали. Так. Сюда. Сюда. Так, а мы можем этому гаду ключи отдать? Нельзя? Ладно. Да, анимация тут красивая, реально, как в мультиках. Una momento, signora. У вас проблемы? No problema, signora, если вы поможете. Что вы хотите? Это обычная проверка. Нечего волноваться. А, хорошо. Обыщи его, форточка. Просто, просто. Ваши ставки! Вот гады. Эй, убери руки! Отвали, горилла! Ничего, Квидо! Наши извинения, сеньора. Какого черта? Я сообщу властям, что вы здесь вытворяете. Пронто, остынь, парень. Мы, гангстерито, здесь власть. Хочешь, чтобы я сломал ему руку? Засохни, форточка, пусть себе идет. Если, кстати, вам мелко, то смотрите на планшете или на компьютере, на телефоне будет мелко видно. Вот, но так как есть русская озвучка, поэтому хоть с русской озвучкой будет вам часть сюжета понятна, потому что игра, ремейк не была полностью переведена на русский язык, это портирование озвучки со старой версии на ремейк. Вот. Так, забираем манускрипт. Если Форточка и Гвида ищут этот манускрипт, придется их разочаровать. Я не мог бы дождаться того, чтобы вернуться в квартиру Николь и взглянуть на него. Привет, как дела? А, привет. Заходи, Джордж. Что ты думаешь делать, чтобы отыскать клоуна? Расследовать, Джордж. Да? У тебя есть копия еженедельника клоуна? У меня есть телефон и обширные связи. А, ну и как? Ты обнаружила что-нибудь полезное? Нет еще. Я применяю свое первое и самое действенное оружие. Какое же? Терпение. А, я слышал. Это вместо того, чтобы думать и решать. У тебя есть парень? Неужели совсем? Был один на последнем курсе, но так ничего и не вышло. Как и с моим дипломом. Прости. Я не хотела. Так. Расскажи о своей семье. Еще маленькой девочкой я обычно проводила зиму у бабушки и дедушки. Это были лучшие времена. Их теплый, спокойный коттеджик. Дедушка скручивал сигареты, а бабушка готовила пироги и жидкий шоколад. Как-то он отложил недокрученную сигарету, прикрыл свою табакерку и взял меня на руки. Я смеялась и вырывалась, но он цыкнул, чтобы я вела себя тихо. И, исцарапав мне все ухо своей небритой щетиной, он поведал мне свой секрет. Что же он сказал? Он сказал: «Я не курю, но и нравится думать наоборот». Какой чудной старик. Не называй моего деда чудным. Это был самый лучший человек на свете. Я предпочла бы остаться в том коттеджике, вместо этой шикарной квартиры в шумном городе. Я нашел эту спичечную книжечку в гостиничном номере убийцы. Она из клуба «Аламут». Впервые слышу. В ней что-нибудь написано? Нет. А чего ты ожидала? Это могло бы быть нитью. Имя или адрес. От нее никакой пользы. Даже спичек нет.
Ну ладно, я оставлю ее в качестве сувенира. Я нашел его в комнате убийцы. Это что, кредитная карточка? Томас Мойерлин, Гребер Electronics Corporation. Никогда не слышала ни о нем, ни о компании. Ага. Ты не поверишь, что я нашел. Надеюсь, это не еще одна часть клоунского костюма? Нет, это средневековый манускрипт. Хан оставил его в сейфе гостиницы Юбу. Невероятно. Это он забрал у Плантарда? Возможно. И тогда это значит, что он стоит того, чтобы убить. Смотри, два человека на одном коне. Да, может, они не могут себе позволить по коню на каждого. Ну и что из этого? Ты что-нибудь слышал о рыцарях храма? Их официальный герб — два рыцаря на одном коне. Чем бы ни был этот манускрипт, он как-то связан с тамплиерами. Как ты узнала об этих рыцарях? Я прочла о них, когда писала статью о крестовых походах. Ко двору короля Иерусалимского прибыл человек по имени Юс де Пейн. Он предложил королю защиту христиан пол... Ух! Значит, спрятанные сокровища только и ждут, чтобы их разыскали. Если сокровища когда-либо существовали, то они утеряны вот уже 6 веков. Как бы там ни было, мы разыскиваем профессионального убийцу, а не средневековый клад. Но может, это и есть то, зачем гоняется клоун и его подручные? Может, в этом манускрипте таится ключ к разгадке? Оставь его лучше здесь, для большей сохранности. Так, я проверю, что-то ролик скипнулся. Это, наверное, глюк, наверное, ремейка. Что-то хреново они, конечно, это сделали. Ну, да ладно, так. Пора идти. Окей, я буду ждать. Так, я тогда сохранюсь. На второй слот. Так, сделаю паузу, проверю ролик и вернусь к вам сюда. В общем, сейчас. Я проверял, ролик скипывается все равно. Это, наверное, проблема озвучки. Вот. Но там ничего сильно особого сюжетного не было, важного. Там просто рассказывалось о тамплиерах. О том, что тамплиеров сожгли, потому что они были очень влиятельны и богаты. Сжег какой-то король, вот их публично, и все. То есть тамплиеры очень были могущественны и влиятельны, поэтому их свергли. Вот, об этом и говорилось в том ролике, и все. Так что вы, в принципе, ничего не потеряли. Но если у меня получится, может, я и встрою этот ролик, но... Это, конечно, если найду от старой версии, так что не факт. Так. А что нам делать дальше? Так, кафе, участок. Угу. Так. А при чем тут это? Значит, не сюда. Так, а может снова книга, типа? Привет. А? Ну ладно, значит, что-то можно, наверное, спросить или опять рассмотреть. Так. Дай-ка еще раз взглянуть на манускрипт. Это тип с быком и... Единственный легендарный бык, которого я знаю, Минотавр. Да и тот был наполовину быком. Не хотел бы я быть наполовину быком, даже если это нижняя половина. Что это за предмет посередине? Похоже на камень, лежащий на треножнике. Этот парень что-то делает с прялкой. Он ткет ковер или шпалеру. Или покрывало. Я вычислила, что это ключ к этому месту. Готославившемуся пряжей и овцами. А народ жил в бочках? Он бьет по картонной коробке.
рыцарь с хрустальным шаром. На свитке, что рядом с рыцарем, есть какая-то надпись. Да, но она на латыни. Per disciplinum meam lux videbis. Моим учением свет узрите. Ты знаешь латынь? Где ты научился этой штуке? Штуке? Я изучал право. Там обязательно надо знать латынь. Да ты крут. Ну-ка, повтори. Эта женщина, разглядывающая себя в зеркало, но в отражении видны три лица. Она напоминает мне злую снежную королеву. Это же она сказала, свет мой, зеркальце, скажи. Я так много плакал над этой сказкой, что мама так и не рассказала ее мне до конца. А меня она никогда не пугала. Как я уже сказал, я был тогда ребенком. И еще я не любил крокодила Гену. Так, и что, в середина? Смотри, два человека на одном коне. Посмотрим правде в глаза, Джордж. Нам нужна помощь. Того, кто разбирается в этих вещах. Кого ты предлагаешь? Индейца Джо? Я знаю парня, который разбирается в средневековье. Его зовут Лабино. Ох, представляю себе. Эдакое живое ископаемое, дрожащее над древними реликвиями. Ничего подобного. Андре не похож на традиционного профессора, которого ты имеешь в виду. Где разыскать этого Лабино? В музее Крун. Я дам тебе адрес. Так. Что ты думаешь делать, чтобы отыскать клоуна? Расследовать, Джордж. Да? У тебя есть копия еженедельника клоуна? У меня есть телефон и обширные связи. А, ну и как? Нет еще. Какое же? Терпение. А, я слышу. Так, это мы уже спрашивали. Пора идти. Окей. Не забудь заглянуть к Лабино в музей Крун. Ну, туда и надо. Так. И где? А, вот. Пардон, пардон. Да, мсье. Вы Лабино? Да, нет. Вы меня с кем-то спутали? Нет. Я представитель охраны. Но Лабино работает здесь? Работает? Ну, если теперь это так называется, он занимается здесь довольно часто, но не сегодня, как видите. Так. Спасибо за помощь. За стеклом стоял витой треножник, почерневший от времени и покрытый ржавчиной. Точно такой же треножник был изображен в манускрипте. Надпись датировала его 15 веком. Западная Ирландия. Он был найден в Локмарне, на территории Тамплиерского монастыря. Ирландия. Что это? Этот треножник был найден в Ирландии. Я просил бы вас понизить голос. Простите, я увлекся. Так, значит, Ирландия, да? Так, ладно, надо сказать это. Нико. Привет. Я побывал в музее Крун. Ты говорил с Лабино? Нет, его там не было. Так. Я нашел треножник. Где? В музее. Он принадлежал тамплиерам. Он был найден в Ирландии, в месте под названием Локмар. Я слышала о Локмаре. Я читала статью о замке. Вот, сам посмотри. Популярный журналист со сплетнями. Ты читаешь такую муть? Нет, я ее пишу. Профессор Найгель Пигрен при раскопках средневекового замка в Локмарне. Что-то странное. Что именно? Он бросил свое кресло в Дюремском университете, чтобы проводить время в этих раскопках. Не только это. Он бросил съемки 14-й передачи своего популярного телецикла. Это место в Локмарне имело для него неслыханную важность.
Он же профессор истории. Все они того. Все равно. Хотел бы я побеседовать с этим профессором Пиграмом. Как смотришь на поездку в Ирландию? Боюсь, что я не смогу поехать. Я хочу продолжить с делом Белотты. Если ты вправду думаешь, что Пиграмский камень так важен, то почему не хочешь поехать в Локмарн? Сама? Я не совсем уверен в этом. Где находится Ирландия? Поточнее. Так, ну вроде бы... Пора идти. Окей, я буду ждать. Я буду ждать. Окей, жди. Так. Европа. Париж. Локмарт. Локмарт. I passed the castle on the way into Lochmorn. The castle where Pegram's excavation was located. Так, вот мы в Ирландии, да? Так. Сохранимся. На всякий случай. Привет. Вы говорите по-английски? Ладно. А что, если я сказал бы нет? Сокрытие знания, облечённое в отрицание, поистине чудесный повод для парадокса. Я продемонстрировал ему, каким совершенным был в 12 лет, когда собирался стать величайшим гипнотизером всех времен. Он выглядел как убийца. Ты что, пытаешься меня загипнотизировать? Или это у тебя запор? Я немного не в форме. Что вы можете рассказать мне о крепости? Не очень много, к сожалению. Большая часть ее истории давно позабыта. Ах, ну если бы только эти старые камни заговорили, какие истории они могли бы рассказать? Истории, которые заставляют волосы вставать дыбом, а кровь холодеть. Знаете, этой крепости уже больше 600 лет. Вы видели профессора Пиграма? Нет. Он собрал вещи и ушел. Может, вы знаете, куда? Он опять уехал в Англию, я полагаю. Сейчас я должен уйти. Так, с пацаном поговорить. Привет. Чего? Как тебя зовут, мальчик? Это кто мальчик? Это я мальчик? А сам-то ты кто, черт побери? Я Джордж Стобарт, и я за хороших. У вас с головой все в порядке, мистер? Несколько бутербродов, оставшихся после пикника. Прекрати молоть чушь и скажи, как тебя зовут? Лиам Маквайер. Чего ты тут ошиваешься около бара, а? Маквайер. Я сбежал от папы. Почему? Ты что-то натворил. Да ничего я не натворил. Ладно, малыш, рассказывай, что там у тебя произошло с твоим папой? О, сэр, он пьет. В его чертову глотку уходят все наши деньги до последнего пенни. А у меня больна мама, прикованная к постели и почти умирает. Я хотел заработать денег ей на лекарства. Колол дрова отцу Махони, пока до крови не стер руки. Старый скряга обманул меня, но все деньги, что он мне заплатил, я принес домой. «Посмотри, мама», — сказал я ей, — «посмотри, твой сын принес деньги, заработанные своим потом и кровью, когда внезапно появляется папа и забирает все деньги».
Ого, да на эти деньги можно хорошо погулять в Дублине. Я поехал, а ты пока готовься, когда я приеду. Вот почему я сейчас здесь. Что-то мне подсказывало, что он не до конца был со мной искренен. По сравнению с ним, Гекльберри Финн был святым мальчиком. Что ты можешь мне сказать об этом замке, Маквайер? А что именно вы хотите знать? Ну, могу я пробраться как-нибудь внутрь? Не, он закрыт. Там живет кто-нибудь? Нет. Разве что... А что именно вы хотите знать? Да ничего, это я так. Ты знаешь что-то о замке, только не хочешь говорить. Я прав? Нет. Что ты утаиваешь от меня? Тебя там что-то напугало. Меня ничто не может испугать. Ты знаешь человека, которого зовут Пигрем? Вы можете описать его, как это делают в полицейских сериалах? Он англичанин, археолог. Я думаю, что знаю человека, о котором вы спрашиваете. Не можешь сказать, где я могу найти этого Пикрема? Нет, не могу, потому что сейчас его здесь нет. Но если я увижу его, я обязательно его спрошу. Даю тебе последний шанс, по-хорошему, рассказать об этом замке. Да? А что будет, если я не скажу? Я отведу тебя в школу, которую ты наверняка сейчас прогуливаешь. О, там живет привидение. Его зовут Локмарнское привидение. Ты не говорил мне, что веришь в привидений. Мистер, я видел его собственными глазами. В прошлый вторник ночью... Я забрался на стену, чтобы посмотреть, что там такое раскапывают. Только я начал спускаться, как услышал этот ужасный шум. Какой шум? Ужасное хрюканье и фырканье. Точь-в-точь, как свинья старика О'Брайена, только страшнее. Этот звук шел изнутри замка. Ты знаешь, что Пигрем делает в замке? Искал сокровища, золото и драгоценности, скелеты, как в фильмах. Ты выяснил, что это шумело в замке? Не перебивай. Я сидел на стене, как шалтай-болтай. Луна была расколота и грязная, как старая тарелка. Двор в замке заволокло туманом, в котором могло скрываться все, что угодно. Я хотел пойти домой, но ноги меня не слушались. Так ты видел призрака? Видел собственными глазами. И вообще, гибло это местечко. Я сел на задницу и ждал, когда выйдет из тумана луна. Все там такое серое, раскрошившееся, покрученное, как старая ива. И тогда я услышал этот шипящий и ужасный хохот. Я так испугался и свалился с этой чертовой стены. Я уверен, что имеется рациональное объяснение того, что ты видел в замке. Вообще, это чертово место проклято. Дай мне руку. Отвали! Да ладно тебе, я просто хочу показать тебе маленькую шутку. Не пойдет, мистер, я не люблю шуточки. Отец Махони сказал мне, что сгорю в аду, если буду откалывать всякие шуточки. Я только хочу пожать тебе руку и все. Ни за что! Ты не видел здесь парня, одетого как клоун? Здесь, в Локмарне? Да здесь все одеты как клоуны. Человек, которого я ищу, опасный психопат. О боже! Это похоже на фильм, который я видел. Там тоже был клоун. И один парень видел, как этот клоун убил одного типа. Он пытается объяснить шерифу, но ему никто не верит. Потом, когда он залез в бочку, этот клоун начинает... Душить его цепью? Мой бог!
Такие слова не пристало говорить маленькому мальчику. Ты кого назвал мальчиком? Мне 25 лет. Да правильно, тебе же не больше 14. Нет, это мне 25 лет. Женат, есть автомобиль и трое детей. 10 детей, если учесть всех жен. Так. Ладно, еще увидимся. Хорошо, мистер. Пожалуй, мы тут сделаем паузу и продолжим. Не прощаемся. Сейчас вернемся чуть позже к игре. Так, ребят, я хочу вам сделать заявление о том, что вырубали свет. Непонятно по какой причине. И поэтому, если резко прервется прохождение, то я вам скажу, что... Ахтунг! А опять выключили свет. Да, поэтому надеюсь, что не выключит свет. Короче, погнали. Вот. Предыдущая... Ну, помните, на чем мы остановились, так что приятного просмотра. Так, с этим пацаном мы поговорили. Так, вот и бар. Меня зовут Джордж. Рад видеть вас, мистер. Меня зовут Фиджеральд. Вы знаете профессора Пигрэма? Он археолог, верно? Да. Вы узнаете человека на фотографии? Нет, я его точно не знаю. Вы работали на раскопках профессора Пигрэма? Ха, кто это вам сказал? Что вы можете сказать мне о крепости? Там ничего нет, одни старые руины. Насколько старые? Я правда не знаю. Вы когда-нибудь бывали в крепости сами? Я там часто игрался ребенком. Как-то один парень упал со стены, разбил себе голову и умер. Больше мы туда не ходили. И с тех пор вы там не были? Нет, не был. Хотите выпить? О, нет, нет, я вообще-то не пью. Я сижу на таблетках от нервов. Одной пинты достаточно, чтобы потерять сознание. Увидимся позже. Так... Это была часть полотенца, которое подкладывают под бокалы пива. Привет, старый хрыч. Чего? Ну и холодно же у вас там. Я начал сожалеть, что сказал эти слова. Что может быть противнее холода? Я поставил вопрос отцу Махони. Отец, говорю я. Почему мы вынуждены постоянно терпеть эти сопли? И что он на это сказал? Он сказал, что это мне награда за те бессонные ночи, в которые я грешил, причем не со своей женой. Козел в рясе. В любом случае, это не просто насморк. Это свиная лихорадка. Аллергия? Спасибо. Вы не из полиции, правда? Простите? Полиция? Не. Если бы вы были из полиции, я бы догадался. Что это вы делаете? Это ожерелье, приятель. О, конечно. Из стальной проволоки? Ха-ха-ха-ха-ха. Это же ожерелье для моей милашки. Когда она почувствует это на своей нежной шейке, она будет моей, полностью моей власти. Маничелло. Могу я угостить вас пивом? Очень любезно с вашей стороны, но я не пью того пойла, которое разливает Лари. Оно какое-то не такое. Я просто видел... Как он его делает?
Вы знаете Пигрима, археолога? Этот худощавый прохвост. Что, околачивался около крепости? Нет, я не знаю такого. Вы не можете сказать, как попасть в замок? Даже не думайте об этом. Локмарская крепость, она проклята. Паренек на улице рассказывал мне о чем-то в замке, но я ему не поверил. Ну и дурак. Призраки меня не беспокоят. Я все еще хочу посетить замок. Вы не сможете. Он закрыт для туристов. А кто мне помешает проникнуть внутрь, а? Это правильно. Ни один человек, по крайней мере. Вы когда-нибудь видели привидение? Своими собственными глазами. Вы можете его описать? Оно было ужасным. Такое маленькое чудовище с длинным клювом и большими перепончатыми крыльями. Вы уверены, что это не было какое-нибудь животное? Кролик там или скунс или еще что-нибудь? Скунс? В Локмарне? Это будет только тогда, когда... Нет, можете не сомневаться. Это действительно было привидение. Я думаю, что знаю, что вы видели на стене замка. Я знаю, что я видел. Я так не думаю. Это был мальчишка, Магуайр. Что? Это он сидел на стене в прошлый вторник. А он вас принял за призрак Локмарна. Увидимся позже. Так. Как только старик отвлекся, я быстро схватил проволоку и спрятал ее в карман. Привет. Меня зовут Стобард. Джордж Стобард. Добрый день. Что я могу сделать для вас? Вы знаете профессора Пигрима? Знаю ли я его? Знаю ли я профессора лично? Нет. Я имею в виду, что знаю, кто он такой, но лично с ним никогда не разговаривал. Вы знаете что-нибудь о раскопках, которые проводил Пигрим? Только то, что он неправильно копал. Вместо того, чтобы копать лопатами, заложил бы пару ящиков динамита и не мучился бы. Это же раскопки, не добыча угля. А между этим и есть какая-то разница? Понимаешь, Пат, есть такая наука, археология. С ее помощью изучают, как раньше жили люди по предметам, найденным в земле. Когда-нибудь какой-нибудь археолог будет раскапывать наши остатки. Поразительно, мистер О'Брайен. И что же они раскопают? Ну, конечно же, не каменные топоры и наконечники стрел. Картонные упаковки от пиццы и использованные презервативы, по всей вероятности. Кто-нибудь из местных работал на раскопках? Я сам хотел туда устроиться, но этот мистер великий археолог назвал меня нетерпеливым. Какая наглость! Разве не мог бы я нарыть больше ям, чем все они вместе взятые? Ты не помнишь, Син Фиджеральд работал на раскопках? Дайте-ка подумать. Думаю, мне нужно немного прочистить свои мозги. Могу я заказать вам чего-нибудь выпить? Конечно, можете. Налейте чего-нибудь моему другу. Кто? Дойль? Он приставал к вам, чтобы вы купили ему выпивку. Позор, Патрик, ты опять за старое. Сегодня только одну пинту, Майкл. Пинту темного сюда. Ну как, вспомнили? Что-то я такое припоминаю. Да, вроде на прошлой неделе. Я точно видел Фиджеральда на раскопках в сарае студентов. Он как раз говорил с профессором. Вы не можете мне рассказать о замке, что на холме? О, я о нем мало знаю.
Простите, лучше мистера О'Брайена, он как раз пишет о нем. Вы случайно не из тех парней-историков? О, нет, я здесь на каникулах. Что это такое? Каникулы, Пат. Так американцы называют отпуск. Так значит, ты приехал в Локморн отдохнуть? Да, здесь красивое местечко. А откуда вы, мистер? Из Калифорнии. Знаю я. Вот откуда берется манерность. Ха-ха, да, дела. Вы узнаете человека на этой фотографии? А у него красивое рыло. Он какой-то киноактер? Ну ладно, пока. Здравствуйте, меня зовут Джордж Стобарт. Приятно познакомиться, меня зовут О'Брайен. Чем могу помочь? Вы знаете Сина Фицджеральда? Да, знаю. А зачем он вам нужен? Я хочу задать ему пару вопросов о раскопках. Не могу поверить, чтобы кто-то взял Фицджеральда на раскопки. Да он даже марку на конверт наклеит как следует, не умеет. Что вы мне можете рассказать о замке, мистер О'Брайен? Он неплохо смотрится, не правда ли? Построен в 10 веке. Большинство пристроек, конечно же, были построены позже. Эти руины открыты для туристов? О нет, это слишком опасно. В любом случае, там нет ничего интересного. Как я могу пробраться в замок? Понимаете, мистер Стобо, его стены специально возводились для того, чтобы никто не мог проникнуть в замок. Но если вы уж так сильно захотите туда пробраться, то обязательно найдется какая-нибудь лазейка. Вы когда-нибудь слыхали о рыцарях-тамплиерах? Конечно же слышал. Удивительный орден. Знаете ли вы, что они были основоположниками нынешней кредитной системы? Их финансовая империя простиралась от Атлантики и аж до Каспийского моря. Их базы были во многих странах, и поэтому они должны были установить какие-то единые финансовые отношения. Таким образом, рыцари-тамплиеры были ничем иным, как кучкой банкиров. Я и не знал об этом. Так вы говорите, эти тамплиеры изобрели банковские кредиты? В некотором смысле, да. Грязная уловка. Их никто не пытался остановить? О, да. Они были арестованы. И многие были сожжены на костре. Хорошо. Они это заслужили, если они хоть немного похожи на моего финансового менеджера. Ха-ха. Забавно. До свидания. Так. Эй, Маквайер. Чего? А ты не знаешь, что именно раскапывал Пигрим? Он никого даже на пушечный выстрел не подпускал к своим раскопкам. Я предложил свою помощь, но он прогнал меня. Во всяком случае, я бы не хотел снова увидеть эту вонючую яму. А кто-нибудь из деревни работал на раскопках? Пигрим привез с собой студентов и еще каких-то тупиц. Он не хотел, чтобы в Локмарне знали, что он ищет. Единственный местный, кто на него работал, Син Фицджеральд. Фицджеральд говорит, что он никогда не подходил близко к раскопкам. Он вас провел, мистер. Ладно, еще увидимся. Хорошо, мистер. Так. Сохранимся. На всякий случай. Мистер Фицджеральд?
Дойл определенно сказал, что ты работал на раскопках. Он видел тебя там. Почему бы тебе не признаться? Я знал, что этим все кончится. Я знал, что застукают. Мне надо переговорить с профессором Пиграмом. Он еще жив? Что вы хотите сказать? Он опасен? Да, и вы тоже, если я не ошибаюсь. Вы не из службы общественной безопасности? Нет, черт возьми, с чего вы взяли? Но у меня были свои интересы, когда я работал на Пиграма. Я не провожу дознания, Син. Это дело твоей собственной совести. Мне только надо поговорить с Пиграмом о камне. Но он сейчас не здесь. Я знаю, но он оставил сверток у тебя, так ведь? Так куда поехал Пиграм? Клянусь, не знаю. Пришел ко мне сегодня рано утром, сказал, что уезжает. Сказал передать этот сверток какому-то Марке. Покажи мне сверток, Син. Я не могу. Почему? Я пообещал профессору. Так что, ты ничего не получил за труды? Так что же дурного в том, чтобы заглянуть в сверток Пиграма? Вы не знаете этих людей. Я не могу, я не смею. Я последний раз прошу показать мне сверток, Фиджеральд. Я был с тобой терпелив, но настало время взять тебя за задницу. Но меня убьют! Кто? Человек из Парижа, Жак Марке. Пиграм сказал, что если я передам ему пакет нераспакованным, то меня оставят в покое. Но если я попытаюсь обмануть Марке, мне конец. Я с Марке все улажу. Отдай сверток мне. Нет. Почему я должен тебе верить? Я не знаю вообще, кому мне верить. Лучше бы я вообще никогда не слышал о Локманском камне. Эй, я только что видел, как красная... Магуайр, проваливай отсюда. Зайдешь сюда, когда подрастешь. А чего это пацан так кричит? О большой красной спортивной машине! Она увезла Сина Фиджеральда! Пошел вон! Вот назойливый! Может быть, вы вынесете на улицу немного бренди, продезинфицировать раны? Ну да, разбежался. А кто мне за него заплатит? Не я. И не я. Да. Я говорил правду насчет Фитца, мистер. Ладно, тихо. Теперь спокойно расскажи, что произошло. Я стоял здесь, как обычно, когда увидел, как этот красный спортивный автомобиль спускается с холма. Я стоял возле дома, когда увидел на холме красную машину. Вау, какая крутая Феррари! Я хотел подойти поближе, и вдруг меня толкнул рыжий, который вышел из дома. И тут машина с бешеной скоростью помчалась на него и сбилась с ног, еще раз бив при этом электрощиток. Побежал, чтобы помочь, но тут дверца машины распахнулась, и рыжего бросили на заднее сиденье. Я не мог поверить своим глазам. Он был одет, как красный дьяволенок. Вот мы узнали подробности новые. Я попытался поставить шестеренку на место, но ее крепко заклинило. Я потянул люк на себя. Но он был заперт изнутри. Так. Снова сохранимся. И пойдем расскажем этому чуваку. Привет, это опять я. Я вижу, и что теперь? Вы случайно не видели красную спортивную машину внизу на дороге? Я заметил, как мелькнуло что-то красное на холме и слышал рокот. Конечно, это был жуткий шум. Спортивные машины, вы говорите? Феррари, если точно. Гоночная машина? Что же она здесь делала?
Бедная машинка, должно быть, потерялась. Водитель Феррари был замешан в происшествии. В самом деле? Да, он кого-то сбил возле бара. Какой идиот! Как такое могло случиться? Он слишком быстро передвигался. Так быстро, что попал прямо под машину? Я хотел сказать, что машина слишком быстро передвигалась. Но этот идиот должен был слышать, как она подъезжает. Может, вы знаете олуха, которого сбил Феррари? Его зовут Син Фиджеральд. О, я хорошо его знаю. Это мой племянник, идиот, который должен был загрузить телегу с сеном. Он погиб под машиной? Нет, но его выкрали. Какое облегчение. Вы будете искать своего племянника? Зачем? По вашим словам, уже слишком поздно. Вы можете сообщить о случившемся в полицию. Лучше не надо. К тому же, что они могут сделать? Хорошо, но они же могли организовать розыск. У них один единственный велосипед на всех. Если говорить о скорости, я бы поставил на Феррари. Я думаю, вы должны знать, что Син попал в... Я не уверен, что хочу это знать. Но вы же его дядя, плоть от плоти, кровь от крови. Вы правы, но что я могу поделать? Если я не буду стеречь сток, какой-нибудь идиот может попытаться влезть на него. Какая моральная дилемма. Стоять здесь и сторожить эту обреченную сельскохозяйственную конструкцию? Или отправиться на поиски блудного племянника, человека, ответственного за оную? Надо это обмозговать. Зачем? Что за проблемы? Вы правы. Почему я раньше об этом не подумал? Мы развалим сток. Чтобы пойти искать Сина, нет нужды разваливать сток. Я постерегу здесь за вас и предупрежу, если кто-то по глупости вздумает залезть на него. Чудесно. Я собираюсь начать свои розыски в баре. Он зашагал в направлении бара МакДэвида, оставив меня созерцать сток с сеном. Прекрасного утра тебе. Прошу прощения. Так же вы, ирландцы, здороваетесь, не так ли? Вы хотите чего-нибудь или просто хвастаетесь своей ксенофобией? Я всего лишь хотел быть общителен. Вам нужна комната. А это неплохая идея. У вас есть пустые комнаты? Я мог бы сдать вам комнату, если вы, конечно, согласны подождать, пока оттуда выйдет постоялец. Никаких проблем. А когда он выйдет? Когда за ним придет полицейский. Я бы хотел бокал пива, если можно. Вы в первый раз пьете настоящее пиво. Пожалуй. Где же, однако, настоящий эль? Пиво из натуральных ингредиентов и сваренное по древней традиционной технологии. Оно не хранилось в закрытом виде или охлажденным. И, наконец, оно будоражит тело и укрепляет дух. Другими словами, оно вкусное и пенистое. Ваши ноги не будут вас слушаться после первого же бокала. Мне жаль, но, кажется, сломался насос. Я могу его починить. Я так не думаю. Здесь нужен мастер-электрик. Да, по крайней мере, посудомойщик еще работает. Да, не лучший день. Все дело в том, что я электрик. Посмотрите сами. Ну, разве это не чудо? Да и вообще, здесь вся проводка нафиг не годится. Ну вот ты, электрик с пластиковой карточкой, и займись ею. Я сначала хочу посмотреть, на что вы способны, прежде чем раскрывать свои пивные запасы. Можешь начать с посудомоечной машины. Когда закончишь, не посмотришь, что там случилось с насосами?
Я напряг все свои познания в электротехнике, чтобы обследовать штепсель. Я заменил кусочком провода сгоревший предохранитель. Я знал, что это было опасно, но никакого другого пути починить штепсель я не видел, так что пришлось на время забыть о мерах электробезопасности. Извините, мистер Лэри, я починил вашу посудомоечную машину. Бинго и хвала всем святым. Бокал пива этому человеку за счет заведения. Хорошо, а ты не можешь сейчас взглянуть на насосы, качающие пиво? Могу, конечно, но не даю никаких обещаний. Если ты их не сможешь починить, у меня здесь подымется настоящий бунт. Насосы находятся в подвале, правильно? Да, там где-то внизу еще фонарик должен валяться. Я дернул за рычаг и услышал скрип металла, но больше ничего не случилось. Так. По-моему, сейчас решетка поддастся. Я поднял крышку люка и снизу сразу потянуло застоявшимся духом прокисшего пива. Я посмотрел вниз на каменный пол. Нет, слишком высоко. Извините. В моем кишечнике появилось противное ощущение, которое я испытываю, когда играет какая-нибудь опера. Это был Хан. У вас проблема? Вы не видели, что здесь случилось пару минут назад? А что случилось? Тут произошел несчастный случай с одним человеком. Ничего не видел. А мальчик? Он тоже ничего не знает. Мальчишка, ну вы знаете эти сельские общины. Ограниченный набор ген. Притока свежей крови нет. Я молил Бога, чтобы Магуайр не открыл случайно рот. Парень пострадал? О нем позаботятся, но он уронил небольшой пакет. Вы не находили его? Если бы нашел, то непременно отнес бы в полицию. Ну конечно. Спасибо. Теперь, когда стало видно, я легко обнаружил фонарик мистера Лэри. Потом я заметил отблеск света, просачивающийся из-под открытой дверцы. Это был камень Пигрима, большой необработанный голубой кристалл. Я находился под воздействием его чар. Нашел его! Что? То, что искал. Да, слушай, Маквайер, лучше, если ты будешь держать язык за зубами. Нет проблем. Вынеси лучше бочонок пива. Ни за что, ты еще молод. Мы можем получить кругленькую сумму, если продадим его. Забудь об этом, парень. Я не могу обмануть доверие мистера Лэри. А я могу. Этот старый пень того заслуживает. Если хочешь оказать мне услугу, последи за тем типом в костюме. Окей. Но это обойдется в пакет чипсов. И сразу кричи, как только увидишь Феррари. Так. Сток доставал почти до вершины стены. Даже если бы я вытянулся, до стены все равно не достать. Что бы мне пригодилось, так это немного микстуры из книги «Алиса в стране чудес». Ха-ха, так. Я вставил конец ключа в проем и надежно закрепил его там. Он остался торчать в стене, выступая и образуя ступеньку.
Веревка, к которой была привязана коза, запуталась в старом плуге. Так. Погрузив свои пальцы в порошок, я понял, что это было. Парижский гипс. В детском садике я делал на нем отпечатки звериных лап. Я засунул руку в мешок, но он был пуст. Так, исследуем статуэтку. Ага. Так. Я не мог поставить статую на место. Она упала в песок. Поднять. Ага. Когда я сдвинул камень вправо, то заметил, что на песке остались отпечатки отверстий. Угу. Так. Я сыпал гипс до тех пор, пока отверстия не заполнились. Отлично. Я засунул пальцы в отверстие на стене. Ничего не произошло. Это понятно. Так. Да, игра действительно мультик напоминает Анастасию. Или просто мультик. Красивая рисовка. Так, спускаемся вниз, и нам нужно смочить полотенце, чтобы затвердел гипс. Делаем вот так, но... Кран крякнул, каркнул, кашлянул и харкнул струей ржавой воды. Так. Я подержал полотенце под краном, пока оно не пропиталось водой. Давай быстрей. Так, нам надо успеть, там все за время. Так. Но... Ё-моё. Чё так долго? Давай. Надо успеть. Давай. Успели? Гипс быстро впитал воду. Отлично. Я поднял с песка кусок гипса. Снизу он был точной копией статуи. Отлично. Я засунул пальцы в отверстие на стене. Ничего не произошло. Но нам не это нужно делать. Тяжелый гипсовый слепок надежно вошел в 5 отверстий. Послышался легкий щелчок и тишина. Вот и дверь открылась. Так. Сделаем паузу. И отсюда продолжим. Так что... Не прощаемся. На связи. Продолжаем, что же будет внутри, поэтому приступим, вот.
Ага, то есть теперь мы играем за Николь, да? Сообщение. Но I had messages waiting to be played. You have three messages. Hey, Collard, it's me, your favorite editor. Guess what? I'm gonna give you a second chance. I need somebody to write the TV column. Pays lousy, so what's new? If you're interested, drop by the office. In fact, drop by the office anyway. We have to talk, Nico. That story of yours I spiked, it won't go away. You've made some dangerous enemies out there. Hey, Nico, it's your old pal. I mean, your new pal, George. Whoa, Ireland. It's a whole different country. And I got some amazing news for you. Gem of a story, in fact. Gotta go. Yeah, fella here's got a drink lined up for me. See you tomorrow, Nico. Sláinte. Yep, only here for a day, and I'm speaking the lingo like a local. Mademoiselle Coulard, this is Imelda Carshaw. I wanted to thank you for being so understanding when... Come to lunch, why don't you? Tomorrow. I might have more news. There's a Monsieur Merlon coming to see me this evening. He says he knows why Pierre was murdered. In fact, he'll be here shortly. I shall let you know what he says. Goodbye, dear girl. Till tomorrow. Merlin? My God. Merlin's the killer. I'd better get over there and mourn her now. When it came to being two-faced, Imelda was up there with the best. I owed her nothing, but I couldn't just let her die. А, да, все. I arrived to find the Palais Royal courtyard deserted. I only hoped that I'd beaten the assassin here. I had to warn Imelda before it was too late. I unhooked the first wire. Так. I released the second wire. Even with both wires removed, the statue remained upright. Попробуем ей дозвониться, но она уже не откроет. The intercom system wasn't working. Bad sign. Somebody had cut the wire. Locked? No way was I going to... Тогда идем поверху, как Спайдермен. Давай быстрее, мать твою, сейчас убьют Эмильду. Нико, блядь. Но... If I could deconstruct this, I... Давай. That broken window looked like the best way in. Да поднимайся! Так... Гильзы. Угадал. Так. Ну. My God, I'm too late. О май гад, да давай быстрее, блядь. Imelda. Oh no. Nico, don't worry, you're going to be all right. You know that isn't true. It was Merlin, wasn't it? Dressed as a cavalier. Absurd. You came to warn me, didn't you? I must be crazy. Let me see you, Nico. All this time you were just using me. Which one is the real Imelda? You are an extraordinary girl. Thierry would have been so proud of you. You didn't know my father. So like him. Something about the eyes. I wish we'd had time to get to know each other.
she was gone. She cheated me, lied to me, used me. But why? Так, ладно, хватит соплей. Even in death, Imelda looked the same. Beautiful, inscrutable. Так. I opened it. Inside was a tiny gold key. Забираем. I took the key. I had to leave. I knew I could never return. Окей. Так, и включим музончик. Но вот это я понимаю. In the dim light, I caught the reflection. A small, sinister looking. It was a bug. Жучок? Какой нах жучок, блядь? В смысле? Чего? You don't scare me. Asbestos. Короче, она нахуй жучок выкинула в мусорку. Извините. Так. The box was carved by my father. The elephant on the lid was a... Да это я уже понял, где ключик? I took out the key. Давай, 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 давай. Но. I couldn't believe it. Imelda's key opened my father's box. I dreaded what I was going to find inside. It was a photograph of Imelda. But why here? In my father's box. I felt as if a black hole had swallowed me up. Imelda and Carchon grinning. While behind them a village was being razed to the ground. Its people butchered. And there, next to them, staring out at me across the years, my own father. There was a letter. I feared there was even worse to come. No. Hotel Saint-Georges, Algiers, Friday. My darling Thierry, by the time you read this, you'll be safely out of Africa. You need not fear. Pierre and the organization do not know who you are really working for, or about us. Did you think I would betray you? I could not. You wanted me to leave him, but I don't have your courage. I know too much of what has been going on here. They would find me and they would kill us both. Enjoy your life in Paris, Thierry. Your life of honor, of patriotic duty. Do they give medals to spies? No, they'll just give you a funny job in an embassy somewhere. I could never share that with you. Imagine me, a diplomat's wife. So I must stay here with Pierre, the two of us bound together by what we have done to this country. Au revoir, my love. You will be in my heart until I die. Imelda. Suddenly everything made sense. My father had been working undercover for the government. He was one of the good guys after all. He and Imelda must have fallen in love. She'd found out who he really was, so he had to leave. Broken her heart, but she had never revealed it to anyone. I knew I couldn't either. Whatever he was doing, he'd had good reason to keep it secret. I decided I would respect that and tell nobody. Uh-huh. Mm-hmm.
was George. For a moment I was tempted to pretend that I was out, or ask him to go away and come back later. But then... Come in. Здравствуй, Джордж. Так где ты был прошлой ночью? У МакДэвида. Я выпивал в компании Дойла и еще парочки типов. Что-то у тебя сегодня такой нездоровый вид. Ты хоть спал вообще? Не слишком много. Пришлось делить комнату еще с одним типом. Он храпел? Едва ли. Он был мертв. Потом Лэри поднял меня среди ночи помочь вычерпывать воду из подвала. Он был затоплен? Да, какой-то идиот не закрыл вентиль. Так ты говоришь, Пигрим исчез? Без следа. Но я не совсем напрасно потерял время. Камень Пигрима. Камень тамплиеров. Кем бы ни был Жак Марке, он будет разочарован. Жак Марке? Человек, который должен был забрать камень у Фицджеральда. Какие у тебя планы? Хотел бы я знать, где, кто или что такое Монфасон. Чем следовало бы заняться, так это узнать имя и изображение человека, который висит. Так. Угу. Так, ну вроде у нас ничего больше. Я не могу сидеть весь день здесь. Как бы мне этого не хотелось. Окей. Не забудь заглянуть в Клабино, в музей Крун. А почему бы тебе не зайти и не узнать? Не слышал ли Росса чего-нибудь? Окей. Что еще я могу для тебя сделать? Может, пройтись по магазинам, зайти в прачечную? Позаботься лучше о себе. Ну, она его подкалывает, конечно. Ну да ладно. Так. I so much wanted to talk to George about everything that my father's connection to Africa would have to remain a secret forever. His bravery would be known only to the government and to me. Revealing it would just damage his memory. People would take, before long he would be the villain and Carchon would be the hero. I know how they do that. I'm a journalist. Так. Отправимся тогда в полицейский участок, а потом в музей Крун. Так, ну в общем, в следующей серии мы будем опрашивать полицейских. Так что, если вам было интересно, то я очень рад. Я... Старался, чтобы вам было очень интересно. Так что с вами был Денис. Ставьте лайки, приглашайте друзей. И смотрите следующее прохождение Broken Sword. Всем до новых встреч. Всем удачи. Всем пока.